Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня будет небольшое такое видео. Да, это видео будет посвящено комплектующим укулеле. Или что же делать, если некуда повесить ремешок? Решил апгрейдить свою укулель и повесить на нее ремень. Но как оказалось, на эту укулель нельзя повесить ремень, поскольку некуда. И до этого я использовал ремень вот такого вот плана. То есть одеваете на шею и цепляете, собственно, к розетке. По мне, так этот вариант не очень удобный. Возможно, в плане сопрано укулель это очень удобный вариант, но у меня укулель концертной версии, и она побольше. Поэтому я приобрел ремень побольше, вот такого вот плана, и, как видите, я его уже повесил. А еще в моем заказе была вот такая вот штука. И многие скажут, что же это такое? Возможно, некоторые из вас уже догадались, это держатель для укулеле. Но также можно использовать с миниатюрными гитарами, ну или как в моем плане, у меня даже на нее умещается классическая гитара. Собственно, покажу, как устанавливать ремень, если вы не знаете, как это делать. Погнали! Что же делать? Ты не можешь найти на своей укулеле, куда же тебе повесить ремешок. Не проблема, такое бывает. Дело в том, что просто не повесили специальный ноб для ремня. И я решил заказать, собственно, вот такой вот сет из нобов специально для ремней. Подойдет также и для гитары. А также я заказал вот такой вот ремешок для укулеле. Скорее всего, подойдет тоже для гитары. А также секретная коробочка. Вот, собственно, ремешок, нобы и секретная коробочка. Откроем, и мы видим, собственно, наш штатив для укулеле. Вот наш штатив. Не штатив, а лучше, наверное, будет называть эту штуку подножкой для инструмента. И в этом плане она подойдет даже для классических гитар. Собственно, моя полноценная классическая гитара туда помещается, но стоит не очень устойчиво. При этом, если у вас гитара 3/4, то, скорее всего, она будет стоять комфортно, поскольку, видите, ножки. Мне для моей концертной укулеле приходится выдвигать их до самого конца, то есть вовнутрь имеется в виду. А в таком плане для сопрано. Да, как видите, вот это, в этом плане может поместиться гитара. Как видите, тут такая вот резинка есть специально, чтобы держать заднюю деку, заднюю сторону инструмента. И, собственно, вернем все обратно и проверим, как же эта подножка держит инструмент. Вот взяли мы нашу укулель, и, как видите, слишком большой зазор у этой подножки. Нужно укоротить. Да, в принципе, установить можно, но стоит она неустойчиво в этом плане. Укоротим. И, как видите, вот в таком плане она стоит устойчиво. Можете использовать ее также на настольном плане. Вот так это все выглядит. И, как по мне, очень даже прикольно. Классно. А теперь поставим нобы и ремень. Так, откроем наши нобы и посмотрим, собственно, что же там в комплекте. В комплекте, ну, собственно, нобы и шурупчики с прокладкой. Вот таким вот образом они выглядят. И вот таким образом это все надо вставлять перед тем, как закручивать. Понадобится вам отвертка крестовая. Ну или если у вас есть миниатюрный шуруповерт, это вам тоже не помешает. Собственно, посмотрим на результат. Вот таким вот образом это все будет выглядеть, когда вы это закрутите. Да, нобы эти для гитары, но для укулеле, как видите, они тоже подходят. И вот так это все будет выглядеть в конечном итоге. Конечно, как по мне, ремешок, он предназначен для укулеле, но он достаточно громоздкий. Да, второй ноб, собственно, можете поставить сюда, но я этого делать не буду. Некоторые делают с двух сторон нобы, то есть что сзади, что снизу, что спереди. Или можно привязывать, собственно, сверху с грифа и использовать в этом плане один ноб. Вот так это все выглядит. Да, а вот так это все выглядит с классической гитарой. Достаточно нелепо, но, в принципе, юзабельно в том плане, если вы занимаетесь, и вам просто нужно откладывать какую-то гитару в сторонку, поскольку эта подножка миниатюрная, ее можно брать всегда с собой. Как видите, вкрутил вот такой вот болтик, и эта укулелька, собственно, висит теперь у меня на шее и не мешается. И когда мне понадобятся руки, мне не нужно никуда ее там ставить или еще что-то тому подобное. Но если вдруг мне понадобится это сделать, у меня есть такой держатель специально для укулель, кстати, который регулируется. И этот же держатель можно использовать вместе с гитарой. Да, вот, собственно, вот такое вот видео. Возможно, кому-то было полезно, если нет,
Ну, напиши об этом в комментарии, пожалуй. Ну, а с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.